Вот такой вот ресторан живых морепродуктов был у нас прямо в отеле, оказывается. О, здесь какие-то просто доисторические создания. Не знаю даже, как это называется. О, а в этом аквариуме камбала. Смотрите, у него два глаза на одной стороне. Так прикольно. Вот прямо за этими деревьями, через, прямо через центр города, проходит Великая Китайская стена. Сейчас я подошла поближе к Китайской стене. Вот она, короче, какая здоровая. Это вот она находится прямо около нашего отеля посреди города. Всем привет! Сегодня в Шанхайгуае просто отличная солнечная погода. И по совместительству это наш последний день отпуска. Мы только что вот выселились из отеля, оставили там вещи. Поезд у нас только в 8 вечера. Так что сегодня весь день гуляем по Шанхайгуаню. Сейчас в планах пойти куда-нибудь покушать. А затем отправимся на пляж, где Китайская стена уходит в море. Походим там по Китайской стене. Возможно, там будет возможность. И возможно, будет возможность. Возможно, я там искупаюсь. Ну и, в принципе, проведем день, скорее всего, сегодня весь на пляже. Покушать мы зашли в KFC-шку. Заказала себе традиционный китайский суп с яйцом и водорослями. Хрен откроешь его одной рукой, потому что он горячий. Картошечку фри. И это уже наша с Линой традиция. Всегда, когда мы где-то проходим мимо KFC, заказываем себе очень вкусный холодный лимонный кофе и две дентхашки. Дентха – это такая китайская пироженка яичная. Они самые вкусные, что я пробовала в Китае, такие штучки. Вот они всегда в KFC почему-то. Они прям очень вкусные. Они много где продаются, но они такие вкусные. Зашли за китайскую стену, или как, не знаю, внутрь, под, над. Вот. И здесь, за китайской стеной, что-то вроде традиционной китайской деревни. Вот куча всяких разных счастливых тыковок, из которых делают
потом бутылки для всяких разных жидкостей. Такая вот двойная тыква в Китае считается, по-моему, счастливой. Что-то вроде такого, поэтому они очень популярны. Очень хорошо продаются всегда как сувениры. Великий китайский язык и его фонетика. Мы уже закончили гулять по туристической улице Шанхайбани. Сейчас едем к морю. Морю туда, где китайская стена, на тот взгляд, где китайская стена уходит в воду. Туда можно купить билеты и походить по самой стене. Так что сейчас приедем, будем искать, где там можно найти билеты. Погуляем по китайской стене и оставшееся время проведем на пляже. Собственно, вроде как мы уже доехали до места. Теперь осталось только найти пляж. Мы наконец-то вроде как дошли до кассы. Но это еще не точно. А, да, это были кассы, и мы их нашли. Мы купили билеты. Билет на китайскую стену стоит 50 юаней. И вон там вот вдалеке вход. Там не только... Там прям вроде как целый парк, не только китайская стена. Так что сейчас нам еще предстоит найти, куда нам нужно идти, чтобы попасть конкретно на китайскую стену. И вот мы уже внутри парка. Тут какие-то магазинчики, деревья. Но нам нужно сразу на китайскую стену. Это, кстати, уже вторая моя китайская стена за этот год. Плохо живу.
самый край, часть стены, которая уходит в море. Мы до него дошли, добрались. Нас даже без документов сюда пропустили. А в Пекине на китайскую стену без документов не попадешь. Так что имейте в виду, берите с собой паспорта. Смотрелись на китайскую стену и сейчас идем чилить на пляж. Взяли сегодня с собой постилку, купальники, полотенца. Так что все, сегодня будет полноценный день на море. И надеюсь, что тут здесь можно купаться. Очень-очень надеюсь. Потому что часто бывает такое на пляжах Китая, что почему-то нельзя купаться по каким-то причинам непонятным никому.
побывала на море. Я очень этому рада, потому что я уже потеряла надежду побывать, но все-таки получилось, хоть совсем на чуть-чуть. Ну вот я, вот море. Ну вот и все. На этом заканчивается мой двухдневный морской отпуск. И через 2 часа мы уже на ночном поезде отправляемся назад в свой Харбин. Все, мы быстренько убежали с пляжа, забежали в первую попавшуюся кафешку, чтобы съесть свой последний ужин в Шанхай-Гуане, потому что поезд совсем-совсем скоро, осталось очень много времени. Кафешка даже оказалась такой прикольной, здесь вместо стульев такие вот подвешенные петели. Прикольно. Покушали. И все, сейчас будем двигаться на вокзал. Вот он, китайский трехэтажный плацкарт. Ну и все, мое путешествие окончательно окончено. Еду в Харбин в китайском плацкарте.